вынырнул из-под воды и поздравил клуб любителей водных видов спорта «Пингвин» с наступающим Новым годом. В шестой раз в бассейне «Фокс-звездочка» более 40 пловцов вместе со своими семьями отметили приближение зимнего праздника. Все люди по-разному встречают Новый год. Кто-то едет понежиться на солнышке, кто-то покататься на горных лыжах. А клуб любителей водных видов спорта «Пингвин» традиционно под елочку собирается в бассейне. С каждым годом число любителей здорового образа жизни в этом коллективе только растет. В шестых стартах 40 спортсменов соревновались на дистанциях 50 метров. А позже вместе с детьми принимали участие в веселых стартах и забавных эстафетах. По итогам заплывов Дед Мороз, вышедший из-под воды, поздравил всех участников и победителей с Новым годом, а особенно отличившийся наградил кубками и грамотами по итогам прошедшего сезона.